Так, здесь процесс идет, а вот наш жмых, оставшийся с 9 килограммов. Значит, вот это вот, кто не помнит, это кулер, в нем 18 литров. Ну, сколько там? Ну, вот я поднимаю его на вес, ну, килограмма где-то 3-3,5 осталось. Значит, что с ним? Уже заказано 10 литров водки, просто залить, получится настойка. Каждый день надо будет взбалтывать это все дело, ну и где-то через полгодика слить, и получится отличный продукт, настоечка. Замечу, что косточки там тоже есть. Я их убирать оттуда не буду. Это долго и нахер оно надо. Будет как будет, с таким привкусом немножко косточки. Так, ну и вот, ребят, то, что получилось. Это джинки вишневые, залиты водкой, обыкновенной водкой. Вот такое количество водки. Здесь это дело все будет настаиваться. Раз в день его надо будет взбалтывать. Стоять может бесконечное количество времени. Сколько хотите, пусть только и стоит. Ну, я думаю, что где-то через полгода ее надо будет просто слить с этой отжимок. Значит, отфильтровать хорошенько, ну и разлить уже по бутылкам. Вот. Ну, все, вот так. Всем спасибо, всем пока.